Друзья, всем привет! Сейчас идем в Костко, приглашаю вас с нами, поразглядываем, чего там нового появилось, что с ценами. Так что давайте идем с нами, с Джейсон, Мартин со мной. Ребята будут вести себя тихо, я надеюсь. И поехали! Хочу показать вам наше небо. Смотрите, там солнышко, да? А здесь грозная тучка. Скорее всего, сейчас ливанет. Ну, мы идем в магазин, поэтому окей. Так, на входе нас встречает такой диванчик уголком. За 2500. Он сейчас по скидке. Похож на тот, что у нас был. Только у нас был тряпчаный, а это кожаный. Цена хорошая для такого дивана. Так, давайте посмотрим. Там еще один диванчик. 1800 хотят за такой диванчик. Что за материал? Приятный. Такой диванчик уголком. Так, $15 нам предлагают такие пледики. Белый, такой бордовый. Это twin size. Небольшой пледик. Ну, в принципе, нормальная цена. И тут вот всякие одеялки. Наши смотрят Машу. Это единственный способ снять видео, когда дети со мной. Так, значит, $20 хотят за такое одеялко. Это вот для двоих людей. Queen size за 19,99. Тоже миленькая. Я всегда считала, что вот такое одеялко — это хороший подарок. А вы как думаете? Недорого и в то же время всегда, мне кажется, актуально, если тем более нейтральный цвет. Смотрите, вот такие цветные одеялки по $22. Что за сайз? Тоже twin size, небольшой. А это что? Ага, это значит подстилка у нас. Подстилка, $25 за нее хотят. Вот она в трех цветах. Не знаю, насколько актуальная вещь. Наверное, актуальная. Так, $13 хотят вот за такие штанишки. Получается, здесь вот на 10-12 лет, на 5-6. На веревочках они, да. Нам нужно только на веревочках. У нас со всех детей всегда спадают штаны. Хорошая цена получается, по $6. Ой, не падайте, не надо падать, пожалуйста. И вторая раскраска — это такие серые и синие. По идее, они вот к низу зауженные, да? Да. Не знаю, насколько нам сейчас это надо, но вообще цена хорошая, да, 100%. Так, вот женские шортики, $10, такие джинсовые, они в разных раскрасках. Такие... как это, лавандовый или как этот цвет называется, такой светло-фиолетовый. И просто синие. $10, хорошая цена. И шортики сейчас на скидке. Они тоже на веревочках. Да, они затягиваются. Вот такая раскраска в двух цветах. Это уже футболочки, да? А, вот еще одни. Получается, такие розовенькие и бежевые, да? Такие бело-бежевые, хорошие. $9 за двое шортиков. Мне кажется, тоже. Вот одежда в Костко суперовая, реально. Цены вообще демократичные, как говорится. Вот футболочки по $15, две штучки. Симпатичные тоже. Вот спортивочки такие, леггинсы, да? Тут сеточка. Адидасовские, хорошенькие. Вот они хотят $15. Они сейчас по скидке, $3 скидка. Я бы взяла, но я не знаю, в какой размер я влезу. Поэтому я возьму S-ку и M-ку. А что не подойдет, потом просто верну. Очень понравились вот эти спортивочки. Хорошего качества. Такие спортивные кофты, да? Здесь с кармашками. Такие у них молнии, капюшончик. Швы все аккуратные, к телу приятные.
не разлезутся, не выстираются. Но я под эти вот, допустим, да, мои спортивки подошло бы вот черная, чтобы была, да, и вот такая вот бирюзовая, нежно-голубая, серая и фиолетовая, вот это вот не очень. Вот за $15, представляете, две такие хорошенькие спортивочки. А вот за $20 нам предлагают пижамки. Значит, здесь будет футболочка и шортики, и такая маечка и штанишки. К телу, мне кажется, приятные будут. Такой поясок здесь широкий. В нескольких раскрасках. Голубые, розово-серые. И вот такая вот персиковый, да, такой цвет. И такой розово-голубой. Ой, у нас гром гремит, вы это слышали? Вот за $10 набор из трех. Тоже маечка, футболочка и шортики. Lucky Brand. Это фирменная. Нескольких цветов они есть. Ну, за $10 комплект из трех, еще и фирменный тоже. Цены, конечно, Костко рулит в этом плане. Смотрите, это крутая фирма KitchenAid. Ну, я думаю, что многие знают. Они предлагают нам кофеварку. И здесь вот отсек для молочка. Капучино можно разное делать. Сейчас на скидке $300. $300. Это хорошая цена. А вот KitchenAid миксер. Что у нас здесь? На 6 кватеров, да? Несколько насадок. $320 тоже по скидке. Смотрите, Ninja выпустила новый кукер. Pressure кукер. И здесь должен, по идее, и быть еще гриль. Раньше, по крайней мере, так было. Или это просто pressure кукер, стимер? Не, с грилью. Новая модель. $150 стоит. Прям космический аппарат. Вот по скидке Vitamix. Причем крутой такой. Тут несколько чаш идет в наборе. Обычно просто за такую цену раньше продавали только аппарат. $300 стоит. Новая печечка Panasonic. Фирма старая. Старше меня, наверное. А, не открывается. А сколько у вас микроволновки стоят? Так, а здесь у нас вот этот наборчик. Он у нас есть. Это такие вакуумные, скажем, вакуумные, да, засасываются. Таким образом, контейнеры. Мы здесь там крупу всякое, в общем, храним. Обалденный набор. Но я, кстати, не помню, за сколько мы брали. Надо какое-то видео посмотреть из Костка, из наших. Мне кажется, мы его по полной цене брали. Но тогда оно было за 60. А сейчас вот 50 по скидке. Надо посмотреть. Возможно, можно будет поменять. А система такая, допустим, что я им покупаю. И как это делается? У них в системе возвратов мой чек не высвечивается. И получается, я возвращаю по той, они находят по той стоимости, которая была до этого. Вот, это если долго времени прошло. Если мало времени прошло, они просто там как-то быстрый возврат, чисто денег дают. Но у нас так никогда не получалось возвращать. Мы всегда возвращали таким образом. Покупаешь и идешь сразу же на кассу, возвращаешь по старой цене. Делали они на все. Хотя надо было бы на все так делать. Когда попадали, как говорится. Видели? Если можно, то можно. Чё нельзя, если можно? Гляньте, какой термос. Вы правда о таком всегда мечтали? $36. Один галлон. Почти 4 литра термос. Зиночки. Такие миленькие. $44. Еще одни такие чашки. Американцы прям их обожают, хочу вам сказать. $27. Такие две большие. Поменьше для водички. $17.99, $18.
Это вот типа для вина, там, я не знаю, покупаю, да, вот для вина. Такие вот чашечки, $22, их здесь 4 штучки. У нас же как бы нельзя ходить в общественные места с алкоголем. И вот они, допустим, переливают в такие чашки и на бассейн идут. Там пиво или вино наливают и пьют вот с таких вот чашечек на бассейне. Так, вот прихватка. Какой-то прям наборчик такой из 5 штук. $15. Ух ты, какая рукавичка длинная. Посмотрите на это. Серьезная. Что, две такие прихваточки с силиконом. И такая подставочка, да, силиконовая. Прикольно. $15. Видите, какая выставочная витрина. Ножи. Наборчик ножей. Не знаю, насколько они качественные, но цена у них $89. А эти ржут. Что? А вот это мой любимый наборчик из таких вот чаш. Это просто идеально. Мариновать, например, что-то, перекладывать еду из кастрюль. Здесь стекло и сверху пластиковая крышка. Стоит сейчас $18, но на них часто бывает скидка. И я помню, по $12 покупала. И это тоже классно на подарок. Это всегда нужная вещь. И стоит недорого. А вот тоже 4 чаши. Это пластиковые. Это пластиковые такие. Но одна прям огромная. Прям вообще. Вот мой кулачок. $20 стоит. Хотела бы обратить ваше внимание. Посмотрите, пожалуйста, на эти две сковородки. Одна как бы такая с грилью поверхностью. Силиконовая ручка у них. Ручка, кстати, съемная, похоже. А вторая просто плоская. Но они вот тяжелые. Значит, они хорошо будут держать температуру. И вот по скидке $30 за две. Это тоже классная цена. Также Костко предлагает нам посуду. Так это выглядит на картинке. Так это выглядит вживую. Такая глубокая тарелка. Вот это вот вообще суперски красивая. Большая тарелка и чашечка. И за это у нас $50. И 16, это получается 4 на 4 человека. Это сервировка. Мало-мало. Хотя бы надо на 6. Это то, чего у нас нет. На сколько? На 10 человек. Такие типа кроватки здесь. Прикольная полка. Да, прикинь, какая классная. Классная. Да, она огромная. $239 за нее хотят. Поменьше. На 2 человека. Пожалуйста, дом. Дом. $80 такой. Еще одна. На 6 человек. На 6. $99. 100. А это что? Какая-то подушка Sleep Pad. $40 за нее хотят. Чтоб, короче, наверное, на земле не лежать. А вот спальный мешок, да? $26. Или просто одеялка. Просто одеялка. А вот мешок. За него хотят $35. С капюшоном мешок. Классно. У нас обычно вся красота это стоит в начале, а сейчас вот уже перед самыми этими холодильниками поставили. $13 хотят за такие орхидейки симпатичные, разных цветов, прям вообще хорошенькие, и цена хорошая. А вот цветки в горшках тоже для дома, горшок пластиковый. $18. Так, хочу показать вам шед. По-нашему это типа сарай. Вот. $420. Сделан из пластика. И вот примерно столько здесь места. Ставят это на заднем дворе. Хранят всякие газонокосилки.
чтобы в гараже место не занимал. Хорошенький. Нам Костко предлагает купить мед. Таких вот мишек 3 штучки. Кстати, чей он? Бразильский мед. За $16, да? Или вот такой вот. 11,89 стоит. Это у нас местный. Вот этот покупаем мед. $17 стоит. Оба. Вот такой огромный. 5 ЛБ. 2 270. Но я хочу в этом году купить мед местный. Сказали, поможет с аллергией бороться. Посмотрите на это. $9.19. Две такие огромнейшие банки с нутеллой. Все детки любят нутеллу, да? Любите детку нутеллу? Да, от нее балдеем. Балдеете. Малыши, когда маленькие были, я покупала ему такие вот баночки. Здесь почти 2 килограмма печенюшек. Сейчас они уже их есть не хотят. Хотела взять мои любимые макарончики. Они взяли цветные, их сделали. Зачем? Мы всегда их здесь берем. А зачем мне цветные? Цветные. Я люблю белые. Ай-яй-яй. Ну все, тогда я их брать не буду. Такая упаковка органических фиников. Здесь их килограмм 130, да, грамм. 8,89 стоит. А чернослив, сколько здесь вес? 1 килограмм 590 грамм, 9,89. Здесь клюква за $10. Здесь почти 2 кило клюквы, да? Клюква, кстати, полезная. Так, это у нас, забыла, как называется, сушеный абрикос. Забыла. $10 стоит тоже килограмм, 130 грамм. Целый мешок басмати риса. 9 килограмм здесь басмати. $19. А обычный белый рис 11 килограмм. Обычный белый рис $11. Да, интересно. А вот коричневый рис. Сколько его здесь по весу? 4,5 килограмма. 12,50 хотят. А он этот бульончик, да? Получается, здесь вот такие вот уже расфасованные. Я так понимаю, это, скорее всего, там по весу. Значит, там в каждом идет уже жидкость. Сколько их здесь? 6 штучек по 946 миллилитров. Прям в чашечке нарисовали. $19 хотят. Наши любимые водоросли. $12 хотят за такую упаковку. Ну, 12 дорого. 12 дорого. Их здесь 10 штучек. Такое, в общем. Сейчас уже 100 раз подумать. И грибочки, помните? Вкусные грибочки. 7,60. Мне в Костко всегда неудобно снимать. Я хожу с телефоном. Я сама с собой на русском разговариваю. Все на меня реально смотрят. От этого я начинаю сильно смущаться. Это, конечно, Костка для меня еще то испытание. У нас дети после отпуска влюбились в бургеры. И вот мы сейчас упаковочку 3,29 вот такая вот возьмем. Ай! Падает. Так, а теперь нам нужны котлетки на сами бургеры. Сейчас пойду поищу. Ой, не могу. Смущаюсь я, однако. Взяла вот такие вот котлетки. 18 штучек их за $27. На бургеры малышам. Конечно же, как без курицы. Огромная такая кура. $5 стоит. Берем. Так, $15 стоят такие вот колбаски.
Мне они напоминают наши охотничьи. Вкусные. Я, если честно, колбаскина душа. Я бы ела все эти колбаски. Вот просто бы все и всегда. Люблю сильно вот канадский бекон. $10 такая двойная упаковочка стоит. Наборчик, например, 11.50, такой наборчик. Здесь салями, какая-то ветчина. Всеми любимый сыр, который был по $7. Сейчас 9.89 упаковочка стоит. Какой-то наборчик, вижу такой первый раз, корейский какой-то. С говядиной. Выглядит очень вкусно. $15 за него хотят. 14.69. Так, беру кимчи. Папа у нас сильно ее полюбил. Возьму две баночки. По 7.89. Котлеты для бургеров отнесла обратно. Они стоят дороже, мне кажется, чем в Алди. И они огромные. У меня дети тот бургер съедают с меньшей котлеткой еле. Так что я, в общем, отнесла. Хочу взять красную рыбку запечь. Это получается красная рыба, но не семга. И она мне нравится, она не сильно жирная и стоит дешевле. Как раз этот кусочек ждал меня. $21. Что, Джейсон, мы что-то забыли? Пармезан. Приехали, главное, за пармезаном, и чуть без него не уехали. Ну, мама дает. Забывака, да? Да, забывака. Все, идем за пармезаном. Уже много раз показывала, еще раз покажу. Это самый настоящий пармезан. Очень вкусный. Моя мама в Италии много лет работала. Его она оценила больше всего. Такой кусочек 17.50, я возьму два. Друзья, я сколько в Америке живу, но такие корнишончики, маленькие огурчики, вижу первый раз в своей жизни. Посмотрите на них. Стоит $7 такая упаковочка. Друзья, будем заканчивать. Последнее, что покажу, такие вот нектарины. Смотрите, они уже, кстати, не первой свежести. $8 за упаковку. А вот сливы. Тоже такие же огромные, как у нас. Здесь получается 2 килограмма. $8. Вы видели, нам дали такой ящик. Огромный ящик за бесплатно. Кто не видел, у нас есть видео «Бесплатка», называется плейлист. 11.99 хотят вот за такие нектарины. Уть-уть! И персики. $10. Такие персики. 4 паунда здесь. Кстати, пахнут вкусно. Друзья, спасибо всем, кто досмотрел до конца. Я желаю, как всегда, каждому из вас мира, добра и любви. Пусть в ваших семьях и в вашем доме будет все хорошо. До скорых встреч на канале Лиса в Америке. Пока!